Плату в детских садах Иваново снова увеличат. Вышло соответствующее постановление городской администрации. Согласно документу, с 1 июня плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях будет составлять 2035 рублей в месяц. В группах кратковременного пребывания 750 рублей. Обычно мы раз в год выпускаем такое постановление, которое несколько повышает родительскую плату. В данном случае мы выпустили постановление в исполнении также постановления правительства Ивановской области 600-П, которое установило максимальный размер родительской платы на 2017 год. Изменение, проще говоря, рядовое, ежегодное. Только вот в последний раз плату повышали совсем недавно, в октябре 2016-го. Теперь же сумма увеличена на 7%, это чуть больше 100 рублей. Мы решили узнать, куда же направляют родительские средства. Это обычный детский сад. Обеденное время. Родительские средства идут на присмотр и уход за детьми. И важная часть, то есть этого вот момента, это организация питания детей. Она очень от организации питания зависит здоровье детей, поэтому уделяется этому вопросу очень большое внимание. В среднем на то, чтобы накормить одного ребенка, в день уходит около 100 рублей. В последнее время питание в детских садах стало лучше. В меню добавили больше фруктов, соков, овощей. Помимо основных приемов пищи, у малышей есть второй завтрак и полдник. Детей обеспечивают максимально натуральной пищей. Чаще всего, конечно, у нас овощи идут. Идет капуста, идет картошка, идет морковка. Все, ну, что положено, все для детей. Также у нас идет молоко, мясо, рыба, творог. Все доступно, все, что нам дают, все, что детям положено в саду, всем кормим. Кроме питания, родительские средства идут на обеспечение комфортных условий в детских садах, покупку посуды, постельных принадлежностей, гигиенических средств. Это чистота прежде всего, то есть, потому что здоровье тоже зависит от чистоты, насколько у нас тут все соответствует. Вот. А для этого необходимы, конечно, средства. Это хозяйственные чистящие, моющие средства. Вот, тоже все относится к присмотру и уходу. По словам воспитателей, мама и папа к новой сумме отнеслись спокойно. К тому же сейчас родители смогут расслабиться. Поскольку плата в этом году уже была повышена, новых изменений ждать не приходится. Мария Попова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.